Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Джано Самаюктам Биндаванам Ванша калпатару ашаки пасинду бхавеча патитанам павани бхавишна бибхьо намо намаха мукхам кароти вачалам пангум ланхайтагирим ят кипатамахам банде парамананда мадавам бриндавай тулсидеббай пиявай кесавас шна бхакти баде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам девиң сарасватиң вясам тату жайо мудире саңкиртане кришна катхопадеш гаурия патрасьо пракасане ча садануракта гуру бхакти юкто бхакти прамадакша жагод баранья Дхейям сада паривабанна бхавиштадухам Тетхасвадам сивабиранчанутам сараньям Бхеттатихам панатапал бхавадипутам Банде махапурусате чаранарвиндам Ятпад паллаванакачандаманичатая Бисвурайитагамапикапавадушвадарш Пурна нурагра сасагра сарамурти сарадхикамай кадам кируши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka bodhato. Санкитаной капитару камалая такша Вишам бару дия бару джугадхарма пало Банде джагат приякару каруна бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рама Рама Хари Хари Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибхарупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван Рупенна Сада Наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара бибуши тобам бхагам Нараяно приямананга мадапхарам Варанаси пурапати бхаджави шанатам Баги саджасва вадане Лакшмир ясача бхакшаси Ясясти хиде самбир вам нишинга махам бхаджи Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Аху ни жанма, хила жанма, сованам,
किं जन्म भीष्ट्वापरैरमस्मिन् अहो निजन्म खील जन्म सोवनम किं जन्म भीष्ट्वापरैरमस्मिन् न यदृषिकेश जसः कृतात्मनम् महात्मनम् वापचुरः समागमः नहि अद्भुतं तच्चरणाब्जरन भीरहतं अंहस हतंहसं भक्तिरधक्षजे अमला महूर्तिकाज्जस्य समागमच्चामि दुस्तर्कमूल अपतो अविवेकः अहो निजनमखील जन्म सोवनम किं जन्म भीष्ट्वापरैरोऽव्यमस्मिन् न यदृषिकेश जसः कृतात्मनम् महात्मनम् वा प्रचुरः समागमः नहि अद्भुतं तच्चरणाब्जरनभिर्हतां अंहसं भक्तिरधक्षज्यामला महूर्तिकाज्जस्य समागमच्च मे दुस्तर्कमूल अपतो अविवेकः गौरी गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगद्गुरु сказал: этот мир переполнен лицемерием, Капат. Весь материальный мир полон лицемерия, Капат. И в этом мире лицемерия ценятся лицемеры. Подлинные саду не получают никакого почтения. Конечно, подлинный саду не хочет почтения. Тем не менее, Прабхупад говорит, что этот мир преисполнен лицемерия. И здесь почитаются лицемеры. Капат саду. Те же саду, которые не хотят обмануть людей. Подлинные саду не получают никакого почтения. Это естественно для этого мира. Те же, кто хотят обмануть людей харикатхой, мы хотим быть обманутыми ими. И поэтому это происходит. Мы хотим быть обманутыми. Подлинные саду рассказывают подлинную сиддханту. Они хотят показать правильное направление, говоря, что там обман, тут обман. Но лицемеры сочиняют разные истории. Порочащее имя подлинных саду, говоря, что они обманщики. То есть они хотят, обманщики хотят доказать, что они подлинные. То есть такая опасная ситуация в нынешнее время. Майя не позволяет нам стать нишкапат. Майя не позволяет нам, это ее обязанности, она не позволяет нам стать нишкапат саду. Избавиться от лицемерия. Майя устраивает так, что внимание людей направлено в неправильное русло. Из-за этого они не могут прийти в соприкосновение с саду и слушать подлинную сиддханту, и не могут изменить свои жизненные привычки из-за этого. Майя Деви постоянно прикладывает усилия для того, чтобы лишить жив возможности слушать подлинную харикатху. Все хотят наслаждаться свободой, как мы уже говорили о джива-татве. Все дживы, подчиняясь своему беспокойному уму, делают то, что хотят. Они стараются изо всех сил, поддерживая свою свободу, но они не понимают, что есть настоящая свобода.
Прабхупад говорит, мы хотим стать господином этого материального мира. И это называется абхакти, непреданность. Мы хотим господствовать над этим материальным миром. Мы хотим наслаждаться и хотим доказать наше могущество, наше материальное могущество и так далее. И Прабхупад говорит, что это есть абхакти, непреданность, то, что противоположно преданности. Все здесь хотят контролировать других, но никто не хочет находиться под контролем гуру и вайшнавов. Мы хотим контролировать других постоянно. Все думают, что каждый думает, что все должны быть под моим контролем, под моим управлением. Прабхупад говорит, что в этом материальном мире свобода, понимание свободы не есть подлинное понимание. То есть это на самом деле не свобода, а противоположное ей. То есть люди находятся под контролем майи, и нельзя назвать то, что не имеет свободы. Когда мы предаемся лотосным стопам Садгуру, когда мы предаемся на 100% Парамешваре, Бхагавану, когда мы предаемся его лотосным стопам Верховного Господа, мы как в истории с Кулашекаром. Он хотел стать слугой, слуги своего господина. Таким образом, если кто-то хочет стать слугой, слуги Верховного Господа, то есть это есть правильное понимание вещей. Когда мы хотим контролировать наш ум, покорить наш ум, наши органы чувств, это и есть, то есть когда мы достигнем этого, это и будет настоящая свобода. Конечно, это уже 100% совершенство. И мы достигнем этого, когда начнем совершать подлинное бхакти. С помощью органов чувств, если мы сможем служить Верховному Господу, это и будет настоящая свобода. Никаких проблем не останется. Все органы чувств мы хотим вовлечь в служение Верховному Господу. Сачитананда Парамешваре. Пока обусловленные души зависят от милости вайшнавов и Бхагавана, гуру вайшнавов и Бхагавана, мы можем назвать такую дживатму севаком. Мы хотим служить Пурнавасту. Если мы можем осуществить это желание, если оно есть у нас, не может быть никакого неудовлетворения. Потому что когда мы служим Пурнавасту, не остается никакого неудовлетворения. Неудовлетворение имеет место быть только лишь тогда, когда мы забываем о Верховном Господе. Тогда и только тогда мы можем с этим столкнуться.
мы сжигаем нашу удачу. Прабхупад объясняет, живые существа могут быть разделены на две категории. Первый вид категории — они уже сожгли свою удачу, а вторая категория — у них еще есть какая-то удача, но что же такое Бхакти Лата Бич? Если мы по-настоящему удачливы, если наша удача с нами, то мы можем совершать Харибаджан. В противном случае нет. Под именем Баджана мы будем заниматься чем-то еще, чем-то подобным Баджану. Если же по-настоящему мы удачливы, мы сможем совершать Гуру Вайшнава Севу, Бхагавата Севу. И в этой жизни мы не будем... То есть джива не должна рисковать, ожидая следующей жизни. Кто может вам вас заверить в том, что вы получите вновь такую возможность? Не нужно так рисковать. Джива должна стараться изо всех сил получить милость, собрать всю милость Гуру Вайшнавов и Бхагавана, и нет никакой необходимости ждать следующей жизни, объясняет Прабхупад. В этой жизни необходимо выразить стопроцентное предание саду гуру Вайшнавам. И в таком случае определенно мы сможем вырваться из этого материального мира за эту жизнь. Я уже объяснял, что татасхадживы очень слабы, и в любой момент они могут пасть. Поэтому они бегут к счастью, к благу, но из-за сатсанги, из-за неблагоприятного общения, осознанно или неосознанно, они падают. Они просто не могут понять. Потому что этот вопрос настолько тонок, сатсанга и асатсанга, что есть подлинное общение, что есть ложное. Даже продвинутые пандиты не могут понять этого. Даже если они знают шастры, они могут заблуждаться, вступая в асат-сангу и падая из-за такого общения. Мы должны быть очень осторожны по отношению к анак-камени, пратиштхе, потому что обусловленные души постоянно склонны к випралипсе. Мы испытываем влечение к этим материальным вещам. Прабхупад говорит, что мы должны находиться очень далеко от них, от анак-камени, пратиштхе. Прабхупад говорит, что необходимо постоянно слушать Харикатху. Постоянно слушать Харикатху. И благодаря этому все наше плохое общение, вредное общение будет освещено, то есть оно... То есть наш мозг не, то есть наш ум не будет устремлен в неправильном направлении. Все советы Чайтаньи Махапрабху — это абсолютная истина. Они настолько высоки и совершенны, что перед учением Шри Чайтаньи Махапрабху какие-то местные советы, какие-то грязные вещи не могут находиться рядом. Прабхупад говорит, что послание Чайтаньи Махапрабху настолько совершенно, настолько высоко, настолько абсолютно, что рядом с ними, рядом с учением Махапрабху, все бесполезные, грязные вещи, такие как пратиштха и так далее, не могут находиться даже рядом. Даже не могут находиться рядом. Учение Махапрабху учит нас ненавидеть дхарма, артха, каму, мокшу, карму, мокшу. Все эти четыре цели человеческой жизни, пурушартхи. Прабхупад говорит, что
Только лишь предавшаяся душа, самопредавшаяся душа, чья жизнь полностью посвящена Шри Чайтанья Махапрабху, по-настоящему, в полном значении слова, является разумным. Весь мир состоит из глупцов, и только лишь такая личность разумна. Другие люди, они не заслуживают такого определения, они не могут быть названы разумными. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве Махараджу, только лишь тот разумен, кто при помощи этого бренного тела может понять, что я должен делать что-то, чтобы пересечь этот океан страданий. Я не должен рисковать. Не должен рисковать. Кто может сказать, что в следующей жизни я вновь могу обрести подобный шанс? Кто может пообещать мне это? Это говорит Бхагаван Шри Кришна Удава Махараджу. При помощи этого бренного тела тот, кто постоянно ищет, как раздобыть нектар, как достичь его, это есть настроение преданного. Он по-настоящему разумен. Тот по-настоящему разумен, кто вновь и вновь пытается найти способ обрести амриту, потому что жизнь временна, то есть она в любой момент я могу оставить этот мир, и нет никакой гарантии, что в следующей жизни я получу подобный шанс. Прабхупад часто говорил в Харикатхе вновь и вновь цитировал эту шлоку. По милости Гуру и Вайшнавов, Дживатма обретает возможность получить Бхакти Лата Бидж, скитаясь по 14 мирам, материального мира. Что же такое Бхакти Лата Бидж? Это семя. Как вчера я уже объяснял, мы хотим обрести прямое ощущение того, что есть сева, настроение служения. Скитаясь в материальном мире, если джива обретает возможность соприкоснуться с чистым саду, который обладает настроением служения, который полностью предан Господу, получив милость такого саду, такая джива также может развить настроение служения, любовного служения. Кинту переводится здесь как бы там ни было, точно. Бхакти может быть передана дживе только лишь тем, кто уже обладает бхакти. Возможность бхакти, склонность к бхакти, способность к бхакти присутствует в дживе. И Бхактивинода Тхакур учит нас, как избегать асатсанги. Это наша главная обязанность. Но... То есть... Если наш ум... Бхактивинода Тхакур объясняет. Простота. Прямота,
И нейтральное положение, нейтральность, три этих качества очень важны. Нирапекшата, шаралата и шаралата, как объясняет Джагананда Пандит, я должен рассказать об этом, потому что без этого наше обсуждение не будет полноценным. Если сердце ваше очень чисто, и только тогда можно понять учение Гауранги. Вы сможете понять в таком случае все учение Махапрабху. Тогда, когда ваш ум и сердце параллельны, то есть сердцу Гуру и Вайшнаву. То есть без лицемерия. Не так, чтобы вы меняете, не так, что вы меняете свои планы, свою точку зрения. Нирапекша переводится как нейтральность. Я могу говорить строго с вами, но я не могу говорить строго с кем-то, кто выгоден мне. То есть саду всегда нейтрален. Он говорит одну и ту же абсолютную истину, кому бы то ни было. Он не меняет свою точку зрения. Бхактивинода Тхакур объясняет шаралату, простоту, как определение. Он дает определение простоты. То, что в сердце, то и на устах. То есть человек действует в соответствии с тем, что в его сердце. Он не стремится заслужить почтение. Если же кто-то хочет пратиштхи, он не способен рассказывать харикатху. Все, что исходит из его уст, сравнивается с испражнениями. Только лишь Тринадапи может рассказывать Сиддханту Вичар Шрила Прабхупады. То есть мы должны стараться изо всех сил, чтобы стать простыми, чтобы не было у нас никакой сложности, никакой политики в сердце. Весь мир преданности в наши дни полон политики. Это осквернение, это большая проблема. Никто не любит Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа. Простите, нет подобных Шили Пури Махараджу, Шили Бхакти Шашидар Госвами Махараджу. Они настолько просты. Когда они меня любили, их любовь, подлинная любовь, и в этом нет никакого лицемерия. В ней нет никакого лицемерия. Что подразумевается под Бхакти Лата Биджем? Это настроение служения, чувство служения. Великие преданные, которые совершают нитья севу, могут транспортировать эту бхаву в мое сердце, если я получу их милость. Я также смогу начать испытывать это желание служить Кришне. Я пойму, что я должен совершать Кришна-севу. И это бхава, это биджа, это семя этого. О нем необходимо заботиться, поливать его, давать ему свет, обеспечивать свет. Это харикиртан, харикатха, садусанга. Садусанга не означает, что вы 2 часа пообщались с саду, а все остальное время вы вовлечены в асад-сангу. Прабхупад объясняет, что садусанга — это решимость совершать садусангу, и это прям пропорционально пониманию того, что необходимо оставить асад-сангу. То есть если вы полны решимости совершать
саду-сангу, сад-сангу, то определенно вы должны оставить асад-сангу. Неблагоприятное общение. Вы не сможете избавиться от своих анартх, если даже у вас будет бесконечность на это. Единственное, что вам необходимо, это общаться с чистым саду. Необходимо любить саду, пытаться принять его сиддханту, применить его сиддханту в своей жизни. И это есть саду-санга. Поэтому те, кто воистину разумные, прибегают лишь к саду-санге, вовлечены лишь в саду-сангу, избегая асад-санги. При помощи харикатхи они саду очищает обусловленные души, разрубает обусловленность душ. Если вы встретите такого саду, который... То есть, если вы встретите такого саду, который говорит очень сладко, очень мягко, будьте уверены, что это обманщик. Если он вас не предупреждает о том, что вы в опасности, он не саду, он не настоящий гуру. Тот, кто не спасает меня, не собирается спасать меня от опасности, не настоящий гуру. Когда какой-то хороший доктор делает операцию, пациент кричит, но пациент кричит. Сейчас хорошая анестезия и обезболивающее, ничего не чувствует. Но прежде 4-5 человек держали пациента, а доктор оперировал. То есть, и Прабхупад говорит, что это положение... То есть, когда гуру делает операцию своему ученику Дживе, он начинает кричать. Тот, кто не собирается спасать меня от опасности, в которой я нахожусь, не может называться моим дорогим другом, моим отцом, матерью, или полубогом, или гуру, который поможет мне пересечь этот материальный, этот океан материального существования, полный ужаса. Человеческая жизнь совершенна. Мы должны пускать, то есть мы должны очень ценить это человеческое рождение. Существует 8 миллионов, то есть много-много видов жизни существует, и дживатма принимает то одно, то другое тело. Но эта жизнь очень особенна, потому что в этой жизни дживатма получила возможность встретиться, получает возможность встретиться с преданными Господом.
Что если бы я родился в каких-то богатых странах, таких как Америка, что бы я делал? Если у меня есть возможность встретиться с саду, моя жизнь становится очень и очень значимой, важной. Человеческая жизнь очень важна. Зачем мне другие формы жизни, когда я не смогу встретиться с Ришикешей, то есть когда я не смогу воспевать славу Ришикеши? Садхугуру и Вайшнавы вовлечены в прославление Ришикеши, имен Ришикеша. Просите Хриши Кеши. Итак, преданные не должны обвинять ни в чем Бхагавана. Бхактивинода Тхакур пишет, что он пишет это в Джайва-дхарме в 19 главе. Он пишет, что Джива обладает шакти, потому что она нисходит из татастха шакти. Джива — маленькая частица ану шакти, определенно обладает энергией, могуществом, определенным. Если Дживатма получит Кришна Крипу и Бхакта Крипу, постепенно при помощи этой милости, этой Крипы, то есть Бхакти Крипа и Гуру Крипа — это практически одно и то же. Когда такая джива получает милость Бхакта Крипу и Кришна Крипу, постепенно, когда она взрастит в себе Сваруп Шакти Вритти, Бхакта Крипа — это имеется в виду те, кто уже установились в служении, те, кто служат, те, кто испытывают, обладают пониманием, что есть служение. И тогда проявляется в сердце Дживи Сваруп Бхакти, Сваруп Шакти. В настоящий момент тонкое тело Дживы материально. Ее ум, ее речь, все это материально. В нынешнем состоянии. Те же, кто по-настоящему удачливы, если у них хоть немного разума есть, то есть джива четан означает присутствие разума в дживе. Я вновь и вновь говорю, используйте термины. Когда дживатма, благодаря своему разуму, сознанию, благодаря сознанию, пытается хотя бы чуть-чуть прилагать усилия, прежде всего, в ее сердце первый этап — это в ее... Она развивает немного отречения, какое-то сухое отречение. Это проявляется в ее сердце, склонность к отречению. Затем, то есть бхакти-вритти... не может контролировать дживатму пока,
еще, то есть у нее еще нет бхакти в рите. Когда Сваруп Шакти Вритти Шри Кришны проявляется в дживе при помощи милости гуру и вайшнавов, тогда проявляется влияние чистого преданного. Татастха Шакти — крошечная частица, но тем не менее она обладает Шакти, то есть она обладает силой, энергией. И так джива может развить бхакти. Обычно все дживатмы находятся, то есть в обычном состоянии дживатмы находятся в обусловленном состоянии и отвращены от служения Кришне. Как вчера я рассказывала о том, что джива обладает независимостью, и это является показателем милости Бхагавана, потому что неодушевленные объекты незначительны, в них нет сознания, они бесполезны, потому что у них нет никакой независимости, нет никакой силы выбора, возможности желать. Поэтому я начал с этого момента, что обусловленные души всегда пытаются стать, хотят господствовать над этим материальным миром. Каждый хочет повелевать другими людьми, окружающими. Джива хочет господствовать, наслаждаться над материальным миром, над Пракрити. И только лишь. Это происходит только лишь благодаря ее независимым желаниям. То есть дживатма использует возможность желать неправильным образом. Страдания и счастье, как я вчера рассказывал, это обусловленность нашего ума. То есть когда мы чувствуем себя комфортно, мы счастливы. Когда некомфортно, нам мы несчастные. То есть то, что один считает, на самом деле, то, что один считает несчастьем, для другого это счастье, и наоборот. Итак, разные вариации наслаждения и страданий. То есть результат всех наслаждений в материальном плане — это страдания. Кого же обвинять в страданиях дживы? На самом деле она сама приглашает страдания в свою жизнь, привлекает их. Результат всех стараний дживы в материальном плане приносит лишь страдания. Когда страдания становятся чрезмерными, чрезвычайными, то есть джива постоянно получает наказание этого материального мира. Но когда страдания эти становятся очень сильными, эти страдания побуждают дживу на поиски подлинного счастья. Она вновь и вновь пытается защитить себя, устроить свою безопасную жизнь, полную счастья. Но когда вновь и вновь она претерпевает поражение, получая наказание этого мира, по удаче, по благой удаче, она начинает задаваться духовными вопросами.
Она начинает искать настоящее счастье. И из желания то есть у Джива есть тенденция задаваться вопросами, задавать вопросы. И эта тенденция пробуждается, то есть в диалоге Санатана Госвами и Махапрабху Санатан Госвами спрашивает, кто я такой, почему я получаю так много боли, я так сильно страдаю в этом материальном мире. Как я могу достичь абсолютного блага? Я постоянно погружен в страдания, порой в какие-то материальные удовольствия. И точно так же Парикшит Махарадж задает вопрос Шукадеву Госвами. Я много раз говорил об этом. Человеческая жизнь временна. Определенно все умрут. И у меня есть один очень важный вопрос в соответствии с этим, говорит Парикшит Махарадж. Как я могу достичь абсолютного блага? Необычного блага, а абсолютного. Что я должен делать, чтобы достигнуть абсолютного блага? Очевидно, что каждый умрет. Это на 100% очевидно, что каждый умрет. Что же делать, зная, обладая таким знанием? Что же делать, чтобы достичь абсолютного блага? Шукадев Госвами отвечает, если вы хотите освободиться от проблем, если вы хотите защитить на 100% свою жизнь, обезопасить ее, постоянно неосознанный страх, страх неизвестности следует за нами. И мы не знаем, почему мы боимся, но постоянно мы боимся. Мы боимся за наши деньги, за наше положение и так далее. То есть мы постоянно чувствуем себя незащищенными. И почему это происходит? Потому что мы не на 100% преданы. Прабхупад говорит, если я не на 100% предан, если я не предан на 100%, я вынужден думать, что будет со мной завтра, если у меня не будет денег, что я буду делать, как я выживу. Такие мысли приходят лишь в голову непреданного, того, кто не на 100% предан. Если мой Прабхупад говорит, если мой ум беспокоен и не находится у лотосных стоп Бхагавана и Гуру, он думает, ой, сегодня очень холодно, мне нужно позаботиться об одеяле, где мне найти его. Или если кто-то, допустим, оскорбил меня. То есть постоянно я вовлечен в устройство своего удобства, комфорта, нет никакого даже запаха Кришна-бхаджана. И это полное... То есть все на самом деле для моего собственного блага я делаю, имеется в виду для своего собственного удобства. И также я, допустим, повторяю джапу и делаю все. Но если я задамся вопросом, зачем я это делаю? Если Яшода, мама Яшода говорит, я хочу повторять Харинам,
А Кришна говорит, нет, мне давай молока. Но Ишода ответит, нет, я хочу сейчас свои круги закончить. То есть что это за настроение служения? Или как Шримати Радхарани, она постоянно повторяет имена Кришны. И также Прабхупад говорит, если я, допустим, делаю киртан, совершаю киртан, пою киртан, или любое другое служение Кришне исполняю, харикатху рассказываю или слушаю, если я совершаю это с настроением, то есть, если, например, кто-то хороший киртан кто-то совершает, и все говорят, о, какой красивый киртан. Ну, и говорится, что, то есть подлинный преданный может осознать, что это материальный киртан, когда есть это самолюбование. И Прабхупад говорит, что это всего лишь карма. Что важно в киртане, это шаранагати, это бхакти, это настроение, желание удовлетворить Кришну. Я не собираюсь удовлетворять публику. Я делаю это для удовольствия Кришны. И Прабхупад говорит, когда кто-то поет киртан, когда кто-то, какое бы то ни было служение исполняет, любое служение, если какая-то двойственность в этом присутствует, это карма. То есть имеется в виду, если человек делает это для... То есть в этом есть какой-то корыстный мотив, это карма. Пока. Те, кто, те саду, которые, то есть очень важный фактор. То есть, когда есть какая-то личная выгода, то есть много-много джив, много людей приходят в миссию, приходят. То есть Санатана Госвами показывает, в Бхагаватам это сказано, что Дживасия Татва Джигаса. В Бхагаватам, в Веданта Сутре говорится это. То же самое, что говорит Санатана Госвами, что если нет Татва Джигаса, если нет вопроса, кто я такой, откуда я пришел, что я ищу, и что кто контролирует, то есть кто над всем находится, кто такой Верховный Господь, каковы мои отношения с Ним, что такое Майя и почему я страдаю. Все эти вопросы, на все эти вопросы необходимо найти достоверные ответы. Когда Парикшит Махарадж задал этот вопрос Шукадеву Госвами, Шукадев Госвами дал следующий ответ. Это очень замечательный ответ. Парикшит Махарадж слушает ответ Шукадева Госвами. У нас есть правритти, настроение наслаждаться. Мы не можем избавиться от него по сей день. 30-40 лет мы пытаемся совершать бхакти, становимся ачарьями, но не можем от этого избавиться. Люди настолько слепые, что они не могут видеть вещи такими, как они есть. Они не могут увидеть, кто есть кто. Тот же, кто говорит, все, хватит, хватит материальных наслаждений, я больше не хочу.
Махананам, Мичатахам, Акутовайам, Йогинам, Нипонирнитам, Харирнаманукитанам. Харирнаманукитанам. Иди и повторяй Харинам, совершай Харинам Санкиртану под руководством чистых гуру вайшнавов. Это решение этой проблемы. То есть, если ты хочешь сделать себя бесстрашным, если ты хочешь стать бесстрашным и избавиться вообще полностью, забыть о страхе, об неуверенности в завтрашнем дне и так далее. Тогда и только тогда. То есть единственный способ решения этой проблемы — принять прибежище Харинама Санкиртаны. В таком случае вы станете полностью бесстрашными. Вы должны стать бесстрашными. Это конечное наставление, которое дают нам все саду. Каждый саду говорит об этом. Харир Нама Анукиртанам. Необходимо воспевать Харинама Санкиртану, Харикатху. Постоянно нужно быть вовлеченными в воспевание. Если же вы не слушаете подлинную Харикатху, в конце концов, вы можете начать делать что-то, разные странные вещи, которые совсем не связаны с преданностью. Как определить, есть у кого-то преданность или нет? Это покажет деяние этого человека. По делам можно определить. Определение бхакти дано Рупой Госвами Падом. If you are interested, then you can start. As a result of this, you know, a tendency, I mean, self-inquiry can come. Как результат тенденции к бхакти, могут у джива возникать вопросы. И благодаря им она приходит в сатсангу. И сатсанга обретается по милости Кришны. Без сатсанги никто не сможет пересечь океан материальных страданий. Как можно обрести что-то, то есть такую сатсангу без скрипы Бхагавана? Это невозможно. Таким образом, необходимо задаваться вопросами. Вчера я говорил об этом. Помните этот киртан, Экадаши киртан? В Чайтанья-чаритамрите сказано: пылинки с лотосных стоп гуру и вайшнавов, вода, мывшая их стопы, и учишта, остатки их пищи, очень могущественное лекарство, которое способствует совершению баджана, которые необходимы для совершения баджана. Когда развивается первоначальная шраддха, джива начинает свое стремление к бхакти. Итак, постепенно
джива может прогрессировать. У нас нет никакого, никакой необходимости, то есть нам не на что жаловаться, почему Господь создал, то есть создает нам так много проблем. На самом деле, это не Господь погружает нас в эти проблемы, это наш беспокойный ум. Ум бросает нас в океан этих страданий. Мы не можем понять подлинную причину наших страданий. Когда Шрадха пробуждается, джива устремлена к бхакти. Почему порой мы видим, что золото очищается кипячением, прогреванием, и когда его бьют, и так его очищают? Я видел сам, что его жгут, и тогда он очищается, прокаливают его. Таким образом, мы можем очиститься благодаря страданиям. Кришна према — это как чистое золото, в котором нет никаких осквернений. Но золото очищается прокаливанием, и когда его бьют, то есть простукиванием. И джива, безразличная Кришне, становится нечистой, то есть нечиста из-за вовлечения в материальные наслаждения. Из-за этого она нечиста. У нее настроение наслажденца, которое оскверняет нас, то есть оскверняет дживу. Саду поддерживает чистоту. Но что такое чистота? Прежде всего, это внутренняя чистота, постоянное памятование о Верховном Господе. Постоянное. Помните, о чем я говорил? Чистый саду никогда не забывает лотосные стопы Кришны. И это есть первый признак чистоты. У него нет никакого настроения наслажденца, наслаждаться. Если есть Кришна Бхакти, не возникает даже вопроса о том, что вы можете наслаждаться. Настроение наслаждения, желание наслаждаться — это нечистота. Вы можете менять одежду постоянно, то есть чисто носить только шелк, то есть поддерживать эту физическую чистоту, но ее недостаточно. Внутренняя чистота очень важна. Если нет внутренней чистоты, по совету кого-то вы не можете начать бхакти. Напрямую или косвенным образом. Если кто-то вам просто дал совет, начинайте совершать преданное служение, вы не сможете этому последовать. То есть вы можете пытаться, но вы бхакти не почувствуете. Только когда я обрету силу от Гуру и Вайшнавов, когда я приму пыль с лотосных стоп Гуру и Вайшнавов себе на голову, проведя Абхишеку, я смогу обрести бхакти.
Итак, внутренняя чистота означает постоянное памятование Бхагавана, Гуру и Вайшнава, Вдхама, Намы. Внешняя также чистота важна, потому что мы не находимся на уровне Парамахамсы. Внешняя чистота для обучения, для... То есть люди смогут узнать, как поддерживать чистоту. Поэтому Махапрабху говорит, те, кто не совершают, не повторяют один лак харинам, я не могу принять от них даже воды, говорит Махапрабху. Лакхапати. Если вы не настолько богаты, как лакхапати, я не смогу от вас ничего принять. Ему говорят в ответ, но я вот очень бедный, у меня нету лакха рупиев. Но я... Нет, говорит Махапрабху, я сейчас не об этом. Лакхапати — это тот, кто каждый день воспевает один харинам, один лакх святых имен. Не уклоняйся от этого постоянно. Кто-то может говорить, что у меня так много проблем, так много забот, но необходимо находить время. Махапрабху даже не позволял входить, они не позволили нам входить даже на кухню Махапрабху, тому, кто не повторяет один лак святых имен. Во время Шридхара Махараджа не позволялось входить на кухню божеств тех, кто не повторяет лак святых имен. Когда Шридхара Махарадж оставил этот мир, то всем стало позволено готовить для божеств. То есть прикасаться к шалаграмму, готовить — это не шутки. Служить шалаграмму. То есть Гуру Махарадж рассказывал, показывал. То есть если у кого-то грязное сердце, и с этим грязным сердцем он касается шалограммы, шалограмм говорит, если кто-то как будто пронзает меня острым ножом, это сказано в шастрах. То есть им это неинтересно, они думают, вот я поклоняюсь шалограмму. Но если у вас... То есть... Джива стала нечистой, и она постоянно вовлечена в чувственные наслаждения, и она не заинтересована в служении, поэтому... Необходимо очиститься от дживатми. И как же очиститься, только лишь когда ее судьба бьет, она очищается. Единственный способ очиститься для дживы. Таким образом, дживатма должна познать страдания, и тогда она очищается страданиями. Благодаря страданиям, дживы, которые отвернулись от Кришны, в конце концов, достигают подлинного счастья. Прежде всего, мы видим, что Кришна сперва кажется, что он наказывает, но в конце концов, как Нараджи Махарадж, когда он проклял сыновей Кувера Махараджа, Нава Кувера и Манигриву. Нараджи Махарадж объясняет, что на самом деле саду подобны светящему солнцу. Как мы говорим о Гьяна Тимирандасе, то есть мы просто говорим, но не думаем, о чем мы говорим. Не прочувствовали эти слова. Нараджи Махарадж говорит, саду подобен духовному солнцу. Кришна — это солнце, но преданные
также сияют, они действуют как солнце. Материальное солнце показывает нам материальные вещи, но духовное солнце освещает темноту внутри вашего сердца. То есть благодаря материальному солнцу мы видим материальные вещи, но духовное солнце очищает темноту из наших, изгоняет темноту из наших сердец. Нараджа Махарадж говорит, что те, кто нечисты, асад. Асад означает вовлечены в материальные вещи. И они не заинтересованы в вечности, вечных вещах. Тот, кто взрастил ложное эго, благодаря своему высокому положению, богатствам, образованию, рождению в почитаемой семье, они думают о себе как о очень квалифицированных личностях. Они не понимают, что их материальное тело временно, что они умрут, что на самом деле они не женщина, не мужчина, что это всего лишь проделки майи. И такие личности не могут понять татвагьяну. Только лишь нишкинчины сада могут познать Бхагавана. Прабхупад нишкинчина, несмотря на то, что он открыл 64 матха. Прохлад Махарадж также был нишкинчина. И Амбариш Махарадж говорит, у меня нет ничего. Притху Махарадж говорит, я просто ничто. У меня ничего нет, и все принадлежит Верховному Господу. Когда я рождаюсь, когда я родился, разве я пришел в этот мир с какой-то собственностью? Когда я родился, разве я пришел сюда, у меня что-то было? То есть я принес сюда что-то? Земли, богатство. Тогда что вы плачете, что я там лишился того-то, того-то? Во время рождения вы ничего с собой не принесли. То есть, когда вы родились, вы пришли сюда с пустыми руками. То есть, тогда... И когда вы уйдете, вы также уйдете с пустыми руками, насколько дорогими богатствами вы не обладали бы. В Панджабе преданные однажды плакали перед Тиртхой Госвами Махараджем. Они не понимали, о чем идет речь, но совершали киртан. То есть они пели, но не могли понять значение этого киртана. Если бы они поняли, то они не стали бы... потеряли бы всю заинтересованность в материальных вещах. Во время смерти вы ничего не возьмете с собой, но сейчас вы вовлечены в приобретение материальных вещей вместо того, чтобы совершать преданное служение. Будьте осторожны, будьте внимательны по отношению к этому. Итак, Майя Деви заковывает обусловленные души в тюрьму и наказывает их. Этот материальный мир — это тюрьма, и страдание — это наказание.
Когда джива ведет себя хорошо, майя... А, то есть если... Благодаря страданиям джива, который отвернулся от Кришны, в конце концов, понимает, что все эти страдания — ничто иное, как счастье. Нараджа Махарадж говорит, те, кто из-за своих богатств, как Кувера Махарадж, который был очень богат, то есть из этих богатств они вовлечены в материальные вещи, они не думают о духовности, и как, например, ребенок, когда играется в свои игрушки. То есть я сам видел, очень бедные, бедные люди не могут, даже хлеба у них не было, чтобы поесть. В конце концов, они разбогатели, построили огромные дома, открыли фабрики. И Нараджа Махарадж говорит, что если кто-то, по милости Кришны, вновь станет бедным, только тогда такая личность сможет осознать. Что есть что. В противном случае нет. Потому что покрытие майи не позволяет им видеть. Они стали богатыми. Они не ценят гуру. Но если они обеднеют, лишатся своих богатств, тогда их глаза откроются. Разумный человек не забывает. То есть человек в подлинном значении этого слова является человеком только тогда, когда он не может забыть свое прошлое, те страдания, которые он испытал. И эти страдания напоминают ему о необходимости быть у лотосных стоп гуру и вайшнавов. Если, то есть, когда эти богачи вновь обеднеют, их глаза откроются, и они поймут, что я был бедным, но по милости Кришны я разбогател, а сейчас я вновь стал бедным, потому что я неправильно использовал эти богатства. Я видел, в Калькутте там люди очень богатыми стали. Они жили в очень грязном, бедном доме, но в конце концов стали богатыми. А потом через несколько лет опять разорились, и ничего у них не осталось. В то время я был маленьким мальчиком, я думал, как это такое вообще возможно? То есть с такими бедными стали. Таковы проделки майя. Они приехали из Бангладеша, у них не было абсолютно ничего. И они получили помощь от кого-то, какую-то материальную поддержку, открыли магазин, и тогда там было два брата, старший и младший. И они очень разбогатели благодаря бизнесу своему открытому. Но потом старший обманул младшего брата. Они оба начали этот бизнес, но когда они разбогатели, младший не мог как бы контролировать старшего, и старший, то есть они разъединились, и в конце концов, то есть один из них умер, покончил жизнь самоубийством.
из-за бедности. Так много я получил опыта, то есть я так много вещей увидел в этой жизни по милости Гуру Варги. То есть, но тем не менее, все это происходит, но люди не могут контролировать себя, не могут понять свое положение. Дживы, отвернувшись от Кришны, в конце концов могут понять, что все эти страдания увенчались счастьем. Прежде боль, но затем... То есть эти страдания — это просто знак милости Бхагавана, признак милости Бхагавана. Поэтому те, кто могут видеть на большие дистанции, очень далеко, они понимают, что страдания — это милость Кришны. Видя страдания джив, то есть, например, история с Гаджендрой, как он получил милость Шри Хари. Те же, кто очень узкомыслящие, те, кто не могут узреть вглубь, они видят лишь то, что все эти страдания очень неблагоприятные. И так они получают эту боль. Но так или иначе, нельзя Кришну за это обвинять. Не в чем нам обвинять Кришну. Кришна всемогущ. Его игры полны разнообразия. Бхагаван независим. Кришна лила удивительна и разнообразна. Если джива страдает, если ей больно, это также то есть кто-то должен играть роль вора, кто-то должен играть роль борца, как Ямал Арджун. То есть Навакувера и Манигрива были получили рождение как дерево Арджуна, но в конце концов они получили милость Бхагавана. Когда я был еще маленьким, моя мама умощала мои глаза каджалом для того, чтобы зрение было лучше. И поэтому я сейчас могу видеть очень тонкие, мельчайшие вещи. И Нараджа Махарадж говорит то же самое. То есть если такие влиятельные люди обеднеют, они станут беспомощными и станут, в конце концов, шаранагатами. И смогут видеть, то есть для чего умощают глаза каджалом, чтобы глаза могли видеть лучше. И точно так же страдания очищают наши, дают нам возможность видеть. Бхагаван независим и всемогущ. И совершает так много разнообразных игр. Это, то есть, то, что происходит здесь, в материальном мире, это тоже своего рода игра. Никакая игра, всякая игра принимается. Countless varieties there, so no pastime can be rejected. We cannot, you know,
То есть Кришна преисполнен разнообразия. Соответственно, и эти игры материального мира также имеют место быть. Памятование о Кришне дарует стопроцентное отречение, как это было с Чайтанья Махапрабху. Кришна — верховный наслаждающийся, и в то же самое время... То есть Чайтанья Махапрабху являет высочайший пример отречения. И также Кришна — это противоречивое понятие, но все это находится в нем, все это вмещается в Кришне. Шри Кришна — верховный наслаждающийся, он Пуруша. А все ингредиенты, параферналии, находятся под его контролем. То есть все под контролем Кришны. Естественно, испытывать страдания. Если мы посмотрим с точки зрения духовного совершенствования, улучшения, исправления, все эти страдания, это на самом деле не являются таковыми. Кришна убил Шишупалу. Но в действительности он играет с дживатмами. Если это материальное тело получает какое-то наказание, какую-то боль, это, как я уже объясняла, это ничего не значит. То есть боль и наслаждение относятся лишь к материальному телу. И они временные. А Кришна играет со всеми дживатмами. И совершенно естественно испытывать страдания, когда кто-то находится под контролем желания Шри Кришны. В конце концов, если эти страдания приносят счастье в нашу жизнь, мы не должны говорить о том, что мы страдали. То есть суть в том, что эти страдания, в конце концов, приносят милость в нашу жизнь, даруют нам счастье, подлинное счастье. Однако, если эти страдания приносят удовольствие в конце, то есть если страдания приносят удовольствие и счастье в конце, как мы можем назвать их страданиями? Так называемые страдания, которые испытывает живое существо для того, чтобы поддерживать, вносить свою лепту в игры Шри Кришны, лишь источник счастья и удовлетворения. Независимость дживы, желание независимости. Заставляет дживу избегать. То есть удовольствие служить Шри Кришне. То есть главная причина того, что мы. Если кого-то и нужно винить в страданиях дживы, это саму дживу, но никак не Кришну. Из киртана мы также знаем. О, Прабху, какие бы страдания ты ни послал мне, я счастлив. Судама Випра, друг Кришны,
Но он был настолько беден, что не мог, у него не было даже хлеба, чтобы поесть. Тем не менее, был он очень счастлив. Почему? Потому что у него было Кришна-бхакти. Если пожелание Кришны, у него получал рис или что-то еще поесть, он был счастлив. Если что-то по милости Кришны приходило к нему, он был счастлив. Он был постоянно вовлечен в Кришна-севу. Он был другом Кришны, но настолько бедным, что Судама Випра никогда даже во сне не думал, что мне надо к нему пойти, к Кришне, и попросить что-нибудь. Но встает вопрос, почему... А жена ему сказала, ты же преданный Кришне, ты друг Кришны, ты так страдаешь от бедности, пойди к нему и попроси что-нибудь. Но он никогда не думал, что это возможно. Он лишь подумал, воспринял слова своей жены как вдохновение на то, чтобы встретиться с Кришной. Итак, саду, он никогда не обладает негативным мышлением. Когда жена говорила ему, ты должен идти, но Судама никогда не думал, что я могу пойти к Кришне с таким умонастроением, чтобы что-то от него получить. Но он воспринял ее слова как то есть, вдохновляющие слова, вдохновляющие на встречу с Кришной. Он подумал, да, я давно не видел Кришну, и отправился в путь. Кришна не дал ему даже пайсы. Он думал, Судама Випра думал, очень хорошо, мой друг настолько, мой близкий, закадычный друг, что... Он не дает мне никаких богатств, потому что если он мне их даст, я забуду о нем. То есть я дорог ему, поэтому он не дает мне ничего. Тот, кто думает таким образом и видит вещи таким образом, это зовется Вайкунтха Даршанам. Кришна говорит своей тете, Кунти Деви, тетя моя, сейчас ты можешь отправиться в Двараку и жить богато, или можешь меня отпустить. Она говорит, нет, сейчас только... То есть он... Кришна говорит, сейчас уже никаких врагов нет, все хорошо теперь. Она говорит, что нет, сын мой, только сейчас страдания, проблемы начались. Сейчас проблема... То есть сейчас я могу забыть о тебе. И это главная проблема. Ты очень умный, ты можешь дать нам деньги и все остальное. Наслаждайтесь своей жизнью. Нет, сейчас лишь сейчас начались настоящие проблемы. Я могу забыть тебя. Если я помню о Кришне, нет никакой опасности. Но если я забуду о нем, то это по-настоящему темные времена. И также Судама Випра думал, очень хорошо, мой друг настолько замечательный, он так переживает обо мне и моем будущем, он не дал мне ничего. Не дал мне ничего, потому что он мой лучший друг. Он думал, если я дам ему что-то, он будет все время заботиться о поддержании богатства. Я потеряю свою Кришна-бхакти. Сейчас вот в своем положении я постоянно думаю о Кришне, о Кришна-бхакти. Я знаю, что такое
нищий баджан, то есть это внутри меня, в моей крови. Я прекрасно знаю, что такое быть нищим, совершая баджан, совершать баджан без копейки. И этот баджан, когда у тебя нет ни копейки, настолько прекрасен, порой трансцендентное блаженство переполняло мое сердце. Я никогда не забуду об этом времени. Сейчас я должен заботиться о многих вещах, так много обязанностей. Итак, Судама Випра размышлял, что поведение Кришны очень благоприятно для меня, что он ничего мне не дает, что у меня ничего нет, у меня есть время для баджана. Но кто может из нас думать таким образом? Вы можете? Итак, независимость. Ценнейшая драгоценность. То есть, потому что инертная энергия, инертные объекты не могут дать никакого ответа, то есть божества могут, вы не можете обмениваться своей бхавой с камнем, то есть когда, но божества разговаривают с чистыми преданными, когда вы смотрите на божеств, вы видите только их прекрасное деяние, но это настроение наслаждения. Мы должны идти к божествам, смотреть на них с таким настроением, что это сам Кришна перед нами. С настроением смирения, сложными руками, полными стыда. Мы должны предстать перед божествами, чтобы Кришна взглянул на нас. И это есть настоящий даршан. А не так, что пойдем, посмотрим на божеств, получим даршан. Это не настоящий даджан. Вы обусловленные души, то есть обусловленная душа не может видеть Кришну. Кришна не хочет, не заинтересован в том, чтобы смотреть на нас, потому что мы, то есть я видел сам на собственной жизни, не сейчас, 22 года назад. Однажды, когда я был в Дауджи Мандире, во Вриндаване, я не обладаю возможностью получить подлинный даршан, но по милости Гуру Дева я понимаю уникальное превосходство Кришны. Порой я ходил получить даршан Радхараманы и так далее. Постоянно я ходил куда-то получать даршан божеств. Я ходил в храм Радхараманда, и также там был храм Гокулананды рядом. Я был очень удивлен. Я тогда думал... То есть обычно я ходил вечером, после того, как я завершал свои обязанности. В 8:30 я шел на даршан. И я обнаружил, что один преданный, Гаудия преданный, я сейчас не помню его имя, обычно я видел, что он сидел, и никого не было, кроме него. Он один с караталами, как попрошайка, сидел. И когда я видел его, я очень счастлив был. И я от всего сердца чувствовал, что он по-настоящему нишкинчана. Я думал, что не нужно его беспокоить, потому что он был очень погружен в киртан.
и с караталами, с одними караталами, он как вор. То есть он был очень смиренный, и со смиренным настроением он представал перед божествами, и даже не мог посмотреть на Гокулананду. Он как какой-то человек, который совершил много-много оскорблений и ошибок. Он говорил, что он думал с таким настроением, что «я не имею права даже посмотреть на тебя». Я был так счастлив, видя его настроение. Он предлагал Дандавату и Гокулананде, даже несмотря на него. И тогда, впоследствии, в то время была очень хорошая обстановка, то есть все было чисто, не так грязно, не было грязи. И он сидел в углу, как попрошайка с караталами. То есть я видела, что он играет киртан, поет киртан в углу, чтобы никто ему не мешал, и смотрит вниз с закрытыми глазами, постоянно с закрытыми глазами. И на карталах совершает киртан, поет киртан. Я стоял напротив него и смотрел, слушал этот киртан. И этот киртан касался глубоко моего сердца. Я думал, Мухарадж, я слышал так много киртана за всю свою жизнь, но такого киртана я еще никогда не слышал. Этот киртан плавит мое сердце. Что же с Гокулананды сейчас происходит? В то время я еще не был, то есть я был достаточно молодым. И сейчас я понимаю, что вот таким должно быть настроение киртана и харикатхи. Я рассказываю, а вот такое настроение, что я рассказываю харикатху, я такой великий оратор, это значит, что я не оратор, а собака. Такое настроение никогда не должно осквернять мое сердце. Бхактивинода Тхакур пишет в своем киртане преисполненной смирения: «О Прабху, дай мне силу совершать киртан. Ты совершай киртан внутри меня, а я буду слушать. Даруй мне према-расу. Я нуждаюсь в том, чтобы испить према-расы, а затем я буду петь, как пьяница». Опьянённый према-расой. Ты воспевай сам, воспевай свою славу. Кто я такой, чтобы воспеть твою славу? Я был настолько поражен видеть этого преданного, как он один, возможно, на протяжении часа он совершал киртан, закрывал глаза. Гуру киртан, вайшнава киртан, нитай. То есть он был Гаудия преданным, но я не помню его имени сейчас, я не могу вспомнить. Тогда я вспомнил случай, то есть историю Сурдаса Махараджа. Он жил на берегу Чандра Сароваре. В Говардхане на Дангати очень сломанный храм. Я заходил туда, предлагая поклоны Сурдаше Махараджа. Он доставил полное удовлетворение Кришне. Он писал киртаны. Он был слепым, он не мог видеть. На самом деле я слепой, а у него было духовное зрение. Так каждый день с Чандра Сароваре я ходила на джоти в другое место. Нет, простите, Сурья Дас ходил каждый день с палкой, он не мог видеть. Был ли ливень, ураган, дождь или солнце палило, это ничего не значило. Шринаджи Махарадж совершал эту парикраму и совершал киртан. Он... Он приходил к Сурдаджи, Махараджу.
Однажды один мусульманский преданный вошел в храм, а ему сказали, что ты куда, ты не можешь сюда зайти. И он заплакал: «Прабу, я не могу войти в храм». Я слышал, что Кришна снаружи пасет коров. И я тогда получу его даршан снаружи. И он ходил повсюду, бродил там, чтобы узреть Кришналилу, отпечатки коров. И однажды это произошло. О, Кришна и Баларам настолько поразительны. Они идут, окруженные коровами. Его самадхи до сих пор находится в Гокула Махаване. Я очень часто посещал их. И там итак, смиренное настроение, тринада пи, это самый фундаментальный, самый необходимый фактор, без которого даже если мы будем всю жизнь совершать баджан, он будет бесполезен. Сурдаджи Махарадж каждый день, 90 лет, минимум 90 лет, каждый день, он жил 140 лет, я думаю. Но всю свою жизнь он совершал киртан, а также Била Мангала Такур. Один преданный Шивджи Махараджа, он жил в Варанаси 350 лет. Он из Махариштры. А мы не можем поверить в это, конечно. Но он действительно жил 350 лет в Варанаси, совершая баджан. Шивджи Махараджа. Он не совершал Кришна баджан, но поклонялся Шивджи. Итак, у нас есть этот превосходный опыт. Мы должны ежедневно изучать жизнеописание гуру и вайшнавов. То есть как Сурджи, как с палкой он ходил, стуча палкой, он ходил на парикраму, и Шинаджи Махарадж был вынужден выйти и слушать его киртан. Итак, Бхагаван вынужден давать отвечать, внимать молитвам преданных. Я обещаю вам, 100% Кришна вынужден будет дать даршан, дать севу, любить нас. У меня нет никаких сомнений в этом. Я, возможно, не зрел, не опыт, то есть, но у меня 100% вера в это. Что если вы достигнете успеха, то есть смирение — это самое важное, что нам необходимо. Мы гневаемся, когда гуры и вайшнавы делают нам замечания, но они любят нас. Я хочу, чтобы меня били Шридхар Махарадж, Пури Госвами Махараджи. Я любил, когда они это делали. Я хочу, чтобы они пришли и полностью контролировали меня, каждое мое действие, вовлекая меня в служение. У меня нет другого желания, других желаний. Возможно, в следующий раз я, в следующей Харикатхе расскажу, как правильно использовать независимость и с какими проблемами мы встречаемся, когда мы неправильно используем независимость. В конце концов, мы перейдем к тому, как дживатма может достичь успеха в линии Сампрадая Гуранги Махапрабху, в линии Гаудиев. Как обрести служение, что объясняет Джива Госвамипад и так далее. Обо всем этом я хочу рассказать. Если вы благословите меня, если вы позволите мне сделать это, я буду стараться изо всех сил, потому что это очень важно. Очень важно.
потому что нам необходимо прямое ощущение всей таттвы, всего знания. Мы должны, то есть все эти шлоки мы долгое-долгое время слышали, но сейчас нам необходимо пережить их, почувствовать, то есть испытать, прочувствовать то, о чем говорится в них. Почему Бхактивинода Тхакур говорит нам, что необходимо погрузиться в баджан, тогда вы все прочувствуете там, все почувствуете. Если это неправильно, почему Бхактивинода Тхакур стал нам говорить об этом? Если Бхактивинода Тхакур говорит, это значит совершенный процесс. Если он говорит делать это, значит я должен попытаться следовать его наставлениям. Махаджану Джейну Гатуса Панта Ахо Ниджанама Кхила Джанама Сованам Кинг Джанма Виства Парира Мусмина На ядриси кеса жасаха крдатманам махатманам бах пачураха самагамаха. На хи адбутам тат чаранаб джаринабхир хатанхасам бхакти радхакшайямала. Махуртикади жаса самагамачаме дустарка мило дустарка муло апато абивекаха. I can discuss this, I cannot discuss full. Discussion not there. We can discuss next day. Mahurtikad jasso samagamat chame dustar ko mool apato abivekaha. My tendency to start argument eradicated. I can discuss this point next. I cannot forget. Aho nijanam khila janma sovanam king janma bhistva pariram usmenaha na yadri sikesa jasaha kritatmanam Махатманам бах пачураха самагамаха. Нахи адбутам чат чаранаб джаринабхир хатанг хасам бхакти радхакшайямала. Махуртикат часа самагамачаме дустарка мула апато абивекаха. Ванчакалпадурвасяки басиндабхавача патитананг паванабхавишна бьонамаха.